Привет, парни, с вами Стэн Лютер, и сегодня у нас будет очень интересная серия. Как вы видите, я купил BMW, свершилось то, чего вы так долго ждали, то, чего так долго ждал я. Я накопил себе на квартиру и на BMW, наконец-таки купил ее. Это очень важное событие для нашего канала, потому что, друзья, это не означает, что я купил BMW, как многие из вас могут уже понять. Это означает, что я перехожу уже на новый уровень, что уже будет новый контент. У меня было очень много затей в голове, но я их не мог реализовать из-за недостатка денег и из-за недостатка знакомств. Но теперь у меня сейчас это все появляется, и поэтому будет очень много чего интересного. Эту BMW я купил за 295 тысяч рублей. У нее пробег только 1000. В принципе, для такой машины это нормально, потому что многие имеют пробег по 3000, по 6000, потому что их используют очень часто в бандах из-за того, что эта машина популярная. Почему я уже сажусь и еду? Так это потому что, друзья, это не будет простая серия, как я просто еду на машине и все. На самом деле, меня уже ждет подписчик, я буду вступать в банду. Я подъезжаю к Эдва, тут уже должен меня ждать человек. Так, заезжаю, пока что никого. Я не знаю, что мне дальше делать. Так, непонятно. Вот вон, смотрите. Это наше место. Ничего себе. И какой классный цвет, посмотрите, прикольно. Давай поздороваемся. Здорово. Здорово. Ты хотел вступить в нашу банду? Да. Сейчас. О, так быстро уже принимают. Все, меня уже приняли. Готово. Спасибо. Вот, друзья, теперь я уже в банде моего подписчика. Добро пожаловать. Спасибо. Посмотрите, какие тут машины классные. Какой дом прикольный. Если честно, я когда-то мечтал этот дом иметь. А в тачку я могу сесть? Лок 4. Да, могу. И завести могу, друзья. Я могу кататься на машине. Прикольно.